Здравствуйте, мои дорогие! Осень – это время года, когда природа нам дарит очень много интересных материалов, из которых можно смастерить много интересных поделок. Это могут быть и желуди, и шишки, и сухие листики, и орешки. Главное – проявить фантазию, и получится что-то суперинтересное. Сегодня я вам покажу, как сделать поделку вот таких вот белочек из желудей, шишек и коробок от яиц. Нам понадобится вот такая коробка от яиц, а также желуди, шишки, краска гуашь, воздушный пластилин и клей. Вначале мы вырезаем ножничками аккуратно часть коробки, которая у нас будет мордочкой белки, ее ушками. Вот так мы сначала отделяем. Затем уточняем форму, чтобы у нас ушки были остренькие, как у белочки, треугольные такие. Делаем, чтобы было аккуратненько. И вот у нас получилась такая заготовка мордочки. Далее мы берем шишечку, которая у нас будет служить туловищем для белочки. А эта шишечка будет для хвостика. Я использую клей горячий. Но это должны делать взрослые все-таки, либо детки, которые постарше, потому что горячий клей, им можно обжечься под присмотром взрослых. Будем работать с этим клеем. Дети могут показывать, куда приклеивать. Вот, например, лапки у нас желуди. Где мы приклеиваем лапки, где задние, где передние, а взрослый уже будет надавливать клей, чтобы ребенок не обжегся. Далее мы приступаем к окраске нашей белочки. Белочки рыженькие в основном в природе встречаются. Хотя, конечно, бывают и другие расцветки. Бывают черные, белки серые. Но все-таки рыжие, мне кажется, более такие яркие, праздничные. Как для поделки, такой цвет подойдет лучше всего. И зверек будет более узнаваемый. Также мы немножко прокрашиваем саму шишечку, чтобы она у нас тоже была такая, как рыжая белочка. И хвостик немножко прокрашиваем. Когда красочка просохла, мы из воздушного пластилина делаем глазки. Сначала делаем белые овальчики такие, затем делаем черные зрачки. И еще белый блик сделаем, чтобы глазки блестели.
носик. Его можно сделать тоже из воздушного пластилина, а можно приклеить желудь или какой-нибудь там еще другой круглый предмет. Украшаем белочку. Тоже у белочек бывает белая шерстка на грудке, на ушках, кончик хвостика, лапки. Вот такая у нас вышла белочка. Спасибо за внимание!